Избушка Лубиная. Соник, смотри на меня. Копает себе домик. Стою здесь, чтобы не обвалился. Ну, точнее, контролирую. Сделать себе домик. Вот из этого. Уже начинает копать. Джесси, иди помогай Соне копать. Соня, ну-ка встань, посмотрите, какого роста куча. Ну вот, на голову, наверное, выше. Ну, выше меня даже уже она. Ну, барханы какие, намело. Сейчас выезд будем чистить. А Соня домик делать и на ватрушке кататься. Да, Сонь, с этой горки? То есть у тебя своя горка появилась? Да? Кто тебе горку сделал? Папа. Да ты что? Не приминай. Сверху делай. Это я сейчас лопаточкой вытащу. Не, я равняюсь. А, ну ладно. Джесси? Красивая овчарка на белом снегу. Сейчас помогу. Соединить выходы. Ну-ка посмотрим, что у нее получится. Так, сейчас мы пойдем с той стороны. Зайдем, где она там копала. Это у нас Лубиная избушка. Получается. Соня! Что? Вот он у нас выход. Будет красивый домик. Давай. Мы в сказку попали. Мы в сказке. Такой вот домик сделали. Портальчик. Джесси, иди ко мне! Джесси! Джесси! Джесси, ко мне. Иди сюда, Джесси. Джесси, иди к Соне. Иди. Нет. Иди в домик. Она там пошла к тебе с той стороны. Надо было с этой уходить. Если оттуда вышел, туда заходить. Гуськом надо идти, а не на коленках.